Мне кажется, что «Черная книга» – свидетельство о преступлениях одних людей против других людей, должна быть издана именно в таком качестве. Не просто как история одного человеческого племени, уничтоженного другими человеческими племенами, а история о роде человеческом, о том, что способен сделать человек. И существенным в этом издании будет не только то, что «Черную книгу» можно прочесть, и она будет теперь всегда на полках книжных магазинов, но и то, что ее издадут сами будущие читатели. Вот я очень благодарен «Планете.ру» за эту возможность, предоставленную будущим читателям, издать «Черную книгу». Это та крохотная возможность отдать дань памяти, которую вы предоставляете всем нам. Словом, я хочу сказать, что сегодня еврей я, а завтра ты. И каждый человек должен хорошо это понимать. Вот об этом «Черная книга».